Всем привет! С вами канал Art Mania. У нас обзор дачи июль. Здесь у нас с вами, смотрите, помидорки. Уже такой большой куст. Я обещала в прошлый раз, что покажу вам все досконально. Потому что в прошлый раз что-то прям пробежало очень быстро, торопилась, потому что ветер был. Тут тоже. Еще пока, кстати, красных нету. А, нет, есть. Чуть-чуть, смотрите. Появляются где? Вот оранжевая. Там тоже где-то вот красненькая. Начинает появляться. Помидорка всегда больше. А, вон доставочка. Вон они. Там тоже огурчик. Не видно. Не видно. Огурчик. Так, ладно. Чеснок, лук. Уже повял. Морковка. Так, черная смородина. Только листочки, ничего уже нету почти. Малина. Малина в этом году есть. Груша. Почти вся. Много, короче, здесь груш есть. Сад. Сад, сад, сад. Зеленая травка. Сад. А ну вот груша, кстати. Груша, кстати, как и было всегда. Примерно столько же, хотя она была, конечно, вся в цвету, но, как видите, уже очень-очень много она сбросила. Видимо, ей не хватает сил. Так, здесь у нас малина и виноград. Виноград, по-моему, в прошлый раз показывала. Он очень быстро прям вырос так. Буквально 2 недели назад он был малюсенький. И уже... Сейчас покажу. С какой стороны я его видела. А, вон. А, вот. Вот, смотрите, уже большой. А был прям вообще как козявки маленькие. Так, перцы. Перцы уже есть. Перчики появляются. Зеленый. Зеленый перчик есть. Тыковка маленькая. Кстати, мы эту тыковку мы, кстати, купили. Тоже, кстати, 2 недели назад она была вот такая вот малюсенькая. Вот. А уже выросла там раз в 4-5. А ну вот. Примерно вот такая же она была. Вот и с цветочка тоже она растет. Такая же. Вот он, виноград. Он, наверное, по осени будет готов. Здесь вообще что-то почернело вся. Видать, она заболела, что ли, или к осени готовится. Так, крыжовник какой-то. Здесь у нас сад. Сад, красивый сад. Что-то только не заметила баклажан. Ну, конечно, сегодня ветер. Сильный ветер. Не знаю, как получится с моим голосом. Придется мне что-то еще делать или нет. Так, а, яблоки. Яблоки это зимние у нас. Там яблочки немножечко уже выросли. А, тут тоже вот она зимняя уже. Довольно большие. Вот тут жигулевские. Ну, в принципе, они все одинаковые. Вот. Все одинакового размера. М-м-м.
сад уж больно красивый. Мне прям этот сад, знаете, все время хочется заснять, ну, прям со всех сторон. С разных сторон. И каждый раз я монтирую и понимаю то, что я вроде как будто бы не все сняла, не весь сад. Как будто я что-то упустила, что-то забыла. Хочется каждый раз вам прям показать все полностью. Так, тут тоже, но они еще маленькие яблочки, конечно. Здесь у нас белая смородина, красная смородина. Так, смотрите, выглядит белая смородина. Кстати, она вкусненькая такая, довольно. Красная смородина. Но я больше черную люблю. Так, тут у нас арбузы. Арбузы. Что-то ни одного арбузика не вижу. Цветочки появились, но уже середина лета. Лето, а арбуза до сих пор нету. Ну, с этой стороны, в принципе, у нас земля плохая. Здесь ничего не растет никогда. Ее надо сдабривать, видимо. Яблонька. Ну, вот они. Тут совсем ничего не растет. Смородина черная. Тоже уже не плодоносит давно. Здесь у нас малинка. Уже давно растет. Так, клубника уже перестала. Закончилась давно. Васильки. Какие васильки. Синенький, красивый такой. Вот большой. Да, вот с этой стороны. Красиво. Сад будет красиво смотреться. А, вот тут, смотрите, ракурс. Ну, опять бочка мешает. Да что ж такое? Красиво. Любуйтесь. Ветерок такой. Классно. Так, там домик у нас. Пионы отцвели. У меня видео там было с опозданием. Здрасте. Хорошо. Хорошо. Играй. Дети. Дети знакомые. Так, елочка у нас тут. Шишечки. Елки, кстати, так выросли. В прошлом году были такие еще нормальные. Такое ощущение, что они зимой растут прям вообще в полный рост. Довольно близко вот они находятся друг от друга. Ну, сажали близко, потому что одну должны были забрать. И ее так не забрали. Она, конечно, уже выросла. Очень красивые елочки. Мне нравится очень кора. Кора у нее уж очень больно красивая. Он там периодически отваливается. И эту кору так хочется собирать и куда-то приклеивать, что-то из нее такое сделать. Я даже, кстати, собирала, по-моему, домой забирала. Может быть, с вами дома чего-нибудь сообразим когда-нибудь. Так, тут у нас тоже малина все проходит. Вот, тут у нас облепиха. Смотрите, уже, в принципе, начинает оранжеветь. Оранжевый становится. Хотя середина лета. Вот здесь у нас ее много, она сладкая у нас здесь хорошая. Да, она не бывает сладкой, но бывает все-таки. Так, тут у нас сирень и черемуха. Вот. Ну, в принципе, вот так. Отсюда, кстати, тоже ракурс весьма хороший. Кстати, в такие моменты, когда сильный ветер, можно снимать фоны. Приятно смотреть, когда что-то движется. Цветочки какие-то там или что-то еще. Что-то я чувствую, баклажанов у нас не будет. Тут елочки чуть-чуть, тут вот тоже. Здесь вот пионы. А, еще вот здесь. А, вон баклажаны. Точно, чуть-чуть. Значит, покупать придется. Укропчик немножко. Ну и все.
вот здесь, кстати, петунья. Бабуля говорила, у нее прям ствол получился, где же он? Толстая она, вот тут вот, вот она. Она очень плотная, толстая, у нее прям как ствол, как нога какая-то. Она прям хорошо держится, обычно они мягенькие, такие падают. Здесь вот они падают, а там прям ствол. В принципе, на сегодня это все. Ну-ка, сейчас посмотрим, сколько у меня. О, 10 минут. Сейчас ветер закончится. Участочек теперь стал маленький, обзор становится короткий. В прошлом году еще у нас был второй участок. Мы его продали, я уже об этом говорила. Поэтому заканчиваем. Я надеюсь, что я, по-моему, все показала. Здесь будем теперь показывать особо нечего. Вот, и сильный очень сегодня ветер. Всем спасибо за просмотр. Смотрите наши предыдущие ролики, предыдущих годов, как я снимала обзоры дач. Там было поинтереснее, по-моему, мне кажется, все-таки побольше сажали. Вот также смотрите влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем. Фоны разные. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания.